Герои неба. Артем Микоян, авиаконструктор, дважды герой социалистического труда. Один из создателей самых лучших истребителей в мире. В конце 30-х годов Микоян возглавил опытно-конструкторское бюро на первом государственном авиазаводе. На самолетах МиГ-1 и МиГ-3 советские пилоты противостояли асам Люфтваффе, защищая Москву и Ленинград. Сразу после войны Микоян создает первый реактивный истребитель МиГ-9. Расцвет деятельности бюро пришелся на послевоенные годы. МиГ-21 стал самым массовым сверхзвуковым самолетом в мире, а МиГ-25 превзошел все другие истребители по максимальной скорости и высоте полета. Под руководством Микояна разработано более 450 образцов летательных аппаратов. На них было поставлено 55 мировых рекордов. Артем Микоян — многократный лауреат государственных премий. В Москве его именем названа одна из улиц. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.